Сегодня краевые власти совместно с представителями торговых сетей представили местный знак качества. Это логотип, которым будут отмечаться товары краевых производителей, ну, некий единый бренд. С его помощью авторы идеи надеются стимулировать покупательский спрос. Пока речь идет о молочной продукции, по данным розничных сетей, сейчас на полках красноярских магазинов представлено 30% местной продукции, остальное – товары федеральных брендов. Как говорят в законодательном собрании, местный знак качества – одна из мер поддержки краевых сельхозпроизводителей. Во-первых, он гарантирует, что на полках представлен натуральный продукт, но, во-вторых, объединяет производителей в некий единый кооператив, основная цель которого – создание конкурентоспособных товаров. Мы объединяемся. Мы, местные сельхозтоваропроизводители и переработчики, объединяемся в реальную структуру, некоммерческую, с бытовой сельскохозяйственный кооператив. Как раз для того, чтобы организационно осуществлять взаимоконтроль друг за другом, у нас будут технологически созданы структуры технологического контроля. И будем осуществлять стратегическое партнерство и работу огромную с Центром стандартизации метрологии. Не исключаем, что в обозримом будущем у нас появятся и другие торговые партнеры, которые подпишут тот же меморандум и с той же мерой ответственности будут подходить к выставлению на прилавке того и только того, что прошло настоящую, а не поддельную сертификацию.